О развитии оборонной промышленности, импортозамещении и новых технологиях говорили сегодня в Нижнем Тагиле. Там проходит крупнейшая международная выставка вооружений. Экспозицию посетил Дмитрий Медведев вместе с руководителями предприятия УПК. Премьеру показали новейшую технику. В частности, на открытой площадке он заглянул в кабину военного автомобиля «Торнадо» и рассмотрел боевые машины на платформе «Армата», которые до недавнего времени были засекречены. По словам Дмитрия Медведева, модернизация оборонных предприятий была и остается одним из приоритетов для правительства. Портфель заказов, который существует, составляет 40 миллиардов долларов. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы. Некоторые образцы, которые представлены на Нижнетагильской выставке, не имеют аналогов и созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. Одна из самых зрелищных частей выставки – демонстрация техники в действии. Боевые возможности показали артиллерийские установки М-100С, знаменитые танки Т-90, тяжелые огнеметные системы и зенитно-ракетные комплексы. За маневрами внимательно следили военные специалисты и представители вооруженных сил из более чем 60 стран. По числу гостей и участников эта выставка стала самой представительной за все годы.